Кстати, Бёрли для Арсенала, хоть и является, ну прямо скажем, таким для себя позицией. Кевин Фрэнд, главный арбитр матча, дал свисток, и игра не по в атаке. Абамьянг, передача, удар, момент. Едва Озила, но не так, чтобы... Но здесь какой был момент после удара стартовом составе АЛ Нини. А вот момент, и мяч в центре. Но вот выходит Вествуд на ударную позицию. Нам намекают, что был толчок со стороны игрока. А Бёрли отвечает контратакой. Вествуд разводит. Леказет пас назад. Матин Гузи. Удар по воротам. Удар. Это первый номер. Ник Поуп травмирован. Ну а Хитон. Они Джака, но на месте Джо Харт. Номером Кевином Лонгом. Подача. Вот момент. И чуть по своим воротам. Последний матч, который здесь проходил между Бёрли и Арсеналом. Шестая. Сейчас мы тут неловко сыграли защитники Арсенала. Считая, что выговаривает Хуперу. Саймону Хуперу. Четвертым. Отличная передача. Просто великолепно. Еще удар. Гол. 1-0. Абамьянг забивает 11-й гол. Свой 11-й гол в чемпионате. И сделал, в общем-то, все это Месут Узил своей великолепной передачей. Резаной, которая отрезала всю оборону. И выбила Бёрли из колеи. Небо и земля. Сейчас нарушение правил. У Арсенала 30 очков. Лошинац. Мяч уходит за такая. И Абамьянг как раз один. Ну вот момент. Сейчас посмотрим. Хендрикс. Нет, положение вне игры. Или все-таки офсайд. Офсайд, офсайд. Сейчас снова. Гендузи на подборе. Абамьянг. Удар по воротам. Это Мэтлан Эль-Нини. Перехватил этот мяч. Видимо, не ему. Найлс пробил. И точно в карта. Белки, предпосылки, конечно же. Многие предпосылки говорили о том, что Озил не доверяет Озилу. Наоборот, он сказал, что Озил нужен команде. Полузащитник, передача. Но здесь начал Монреаль. Однако на подхвате Бартли. Манчестер Юнайтед для Казет. Передача на Озила. Озил падает, однако в атаке Бёрли. Корк снова пас вперед. Вествуд. Вуд борется. День главный бомбардир Бёрли. Ну, правда, не только он, но и Сэм Вокс. Бельерина, но он травмирован. Вот он в этих очочках. Ителей на трибуне. Сегодня он ничем не может помочь своим. Как всегда, активен, как всегда, спорит с арбитром. Но здесь толчок в спину был более. Он травмирован. И он даже не... Его 105 побед у Арсенала. При 21 поражении. Точная передача вперед на Чарли Тейлора. Тейлор один. И там хорошо, опасно. Но делать нечего. Нужно рисковать. Нужно рисковать. И силы и своих футболистов неправильно построил удар от ворот. Хотя Хендрикс, безусловно, как мне показалось, нарушал. Высоко встречать игроков Арсенала. Да, Арсенал, ну вот, пожалуйста, есть выход. Долго. У Дани Уэлбека травмирована правая лодыжка. Начинается. Да, Барнс сначала, Фрэнд сейчас показывает. Вам. Барсли вперед. Ну, все на этом. Стаку. Ну и сейчас мы видим, не жмутся футболисты Бёрли, что Бёрли потерпит очередное поражение. А здесь Тейлор шел вперед. Лошинец пробьет уже на половине поля. Габонца получилось неудачно. Здесь руками. Сейчас можно желтую карточку. И пал. Неправильно расположился греческий защитник по отношению к Барсу. Потерял. Сейчас Сократис положил на газон в центральном круге. Но по идее идет как раз в Белоруссии. Подача. И вот здесь по своим воротам. Матчи этой команды очень даже... Найлза. Найлз на Леказет. Леказет выходит в ударную позицию. Падает. И
вот здесь Лаказет боролся с Ло, никакого тут пенальти не будет. Да, не игру, ошибся.